Пожалуйста, сами ваши фильмы. Вот обычный зритель и вы, режиссер. О чем ваши фильмы? Что бы вы хотели сказать зрителям? Как их пригласить на просмотр? Ну, я не режиссер. Я всего лишь актриса по профессии и по совместительству автор-исполнитель. И автор-исполнитель превалирует сейчас. А идея создания фильма возникла после ухода Валентины Толкуновой, с которой мы, ну, можно сказать, были дружны, общались, и мне захотелось поделиться тем, какой она была в моем восприятии, потому что многие ее знают только как певицу и не знают, каким она была удивительным человеком и верующим человеком, что самое главное. И в этом фильме я рассказываю целый час, вот это фильм «Воспоминания», и фильм иллюстрируется фото- и видеохроникой, где она поет мои песни, где она в домашней обстановке рассказывает смешные случаи или какие-то казусные я рассказы, которые с нами приключались. И самое главное то, что люди, посмотрев этот фильм, говорят, мы теперь будем за нее молиться. Они не знали, каким она была человеком, вот именно с духовной точки зрения. Вот еще две картины представляет Наталья Кузьменко. Это короткометражки, вообще-то музыкальные клипы на мои песни. И тоже мне очень приятно, потому что когда с видео рядом, песня воспринимается еще более остро и более ярко. Что для вас значит участие вот в 11-м международном фестивале православного кино «Покров»? Для вас 11-й, для меня первый. Первый пока единственный, не знаю, буду ли я еще куда-то выставляться. Мне просто хочется, чтобы как можно больше людей посмотрел этот фильм. Я не преследую цели получить какую-то награду, а просто хочется, ну, еще и еще раз вспомнить об этом удивительном человеке Валентине Толкуновой. Вот наши онлайн-просмотры на канале, интернет-канале Покров ТВ дали в день открытия 10 тысяч заходов, 10 тысяч кликов реальных зрителей. Сейчас этот показатель около 5 тысяч, в то время как в зале реальные зрители туда 100-200. Ну, что вы скажете о технической возможности, когда люди смотрят в интернете конкурсные фильмы, в том числе и ваши? С одной стороны, это здорово, потому что все могут посмотреть, кто не может доехать до Киева и попасть в этот зал. А с другой стороны, все-таки кино лучше всего смотреть на экране. Это совершенно другое восприятие. Вот так я сказала. И сегодня в рамках фестиваля вы представите, вы споете несколько песен, я понимаю. Ну, как время позволит и техническое оснащение, мы посмотрим. Ну, хотелось бы немножко порадовать наших зрителей, тем более, что 10 ноября мы приедем вновь уже с концертной программой. Будем представлять новый альбом «От земли до неба» и именно в этом зале. Так что приглашаю всех, приходите, будем рады. Я вижу, что Серега жить да жить себе постарел. Он в ответ, я верю в Бога, покреститься не успел. Покрестить, но в самом деле я не знаю, как простить. Он с мольбою еле-еле, как сумеешь, покрести. Есть воды у нас немного, умоляю, поскорей. Ну тогда, во имя Бога, я крещу тебя, Сергей. Тот запас воды солдату был, как будто небом дан. Горсть ее из фляжки мятой, вот и весь наш Иордан. Я с трудом уже расслышал то ли голос, то ли вздох. Как я рад, спасибо, Миша, все же смог, ты видит Бог. А ветерок взлетел над нами, чуть коснувшись лица, словно легкие крылья, ангел обнял дух бойца.
птица, ветерок взлетел над нами, чуть коснувшись лица, словно легкими крылами ангел огненный.